В Уральском музее впервые представлена персональная выставка Альфии Мухаметовой, представителя Союза художников России. Ее творчество посвящено Северу. Она выросла в Сибири. Отец мастера Фахруддин Хурмашев имеет непосредственное отношение к становлению нефтяной промышленности нашего края. Он работал в составе легендарной бригады Семена Урусова. Альфия Мухаметова очень хорошо помнит, как началось освоение таежной земли. Отец мой прошел сначала с Покровского, с Покровских месторождений, это Ярковский район. Затем отправили в Шеркалы, это Октябрьский район. И жили они, первооткрыватели, жили в землянке. Мама с папой рыли землянку. Это вот в моем детстве так осталось. Я пошла там первый класс, и потом половина первого класса вдруг мы откомандирована, вся бригада сюда была уже, в Шаим, в Шаимском месторождении. Первооткрыватели работали без сна и отдыха, семьи редко видели своих героев, без слов переезжали за нефтяниками от месторождения к месторождению. Это было время освоения Западной Сибири. Что осталось с того детства? Единственное, помню, что мы месяцами ждали своих отцов. Ждали звука вертолета, когда они прилетят, когда появится наконец-то папа дома. Но, видимо, вот таким вот образом, это сейчас как-то по-другому. Но тогда было очень сложно. Он приезжал, полный впечатлений. Впечатления родителей и собственные вылились в творчество. У Альфии много талантов. Она пишет картины, использует смешанные техники, занимается войлоком, керамикой. Часть картин мастера написаны нефтью. Углеводороды – особенное сырье для художника. Нефть – это энергия земли, вот одним словом. То есть это другого слова, может быть, она представляется в художественном моем воображении, она становится очень темной, черной почти. Затем, когда ее разрабатываешь, значит, я работаю в основном пальцами, разрабатываешь, начинаешь вести эту тонировку и достигаешь до какого-то желтого, золотистого цвета. «Урай сегодня не узнать», – резюмировала художница. Конечно, она помнит его совсем другим. Но первый нефтяной дал толчок для творчества талантливому человеку. Сегодня Альфия Мухаметова проживает в Тюмени, и урайцы рады встрече со своей сибирской землячкой. Такой факт, что человек, история этого человека связана через семью с историей нашего города, это, конечно, стоит дорогого. И мы очень давно задумались о том, как было бы здорово действительно пригласить замечательную художницу в наш город для того, чтобы урайцы получили возможность полюбоваться результатом ее труда. Сейчас такая возможность у урайцев и гостей города есть. Выставка картины нефтью представлена в культурно-историческом центре. Познакомиться с уникальными техниками живописи и прикладного творчества можно до 25 сентября. Елена Шамшаева, Александр Усков. Наши города.